собирайся уже. Мистер Стоун, да, я знаю, что обещал не звонить вам на этот номер, но дело, кажется, принимает экстренный оборот. Да, я напал на след и нашел кое-какие улики, но есть одна проблема. Мне кажется, что они что-то подозревают, особенно этот главарь мафии, спичка Сид. Да. Мистер Стоун, что мне делать? Я немного боюсь. Я ведь на самом деле не настоящий бандит-мафиози, я ведь актер. Да, я знаю, что вы платите мне много денег, но я опасаюсь за свою жизнь, мистер Стоун. Черт возьми, кажется, сюда идут. Я не могу долго говорить, я нашел какой-то кейс. Мне кажется, что это кейс самого ASMR-бокса, но что в нем, я пока не знаю, я его еще не открывал. О боже, они нашли меня, они уже сюда идут. Боже, мистер Стоун, помогите мне, что мне делать? Сейчас, я перезвоню. Привет, босс. Что это вы тут делаете в такое раннее время, босс? Я что делаю? О, с кем я разговаривал? Ну, я общался с моей мамитой, с моей мамочкой любимой, да. Она мне часто звонит, вы же знаете этих мам. Она звонит мне часто, спрашивает, покушал я или не покушал. Да, мамита, я покушал, да, все в порядке, да. 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 Положила трубку. Ау. Мистер Сид, я не могу дать вам свой телефон, потому что он заблокировался, и почему-то стерлись все контакты, я не знаю, почему так произошло. Мистер Сид, ну что вы, мистер Сид, я ведь в вашем клане уже целую неделю, я же доказал, что я настоящий мафиози. Вот смотрите, вот наколка, видите, наколка у меня есть, я же доказал свою верность, да, я же вынес мусор. Что? Кто такой мистер Стоун? Я не знаю, о чем вы говорите. И сейчас я не понимаю абсолютно. Я не понимаю. Да, что вы? Я абсолютно не. Что? Чемодан? Мистер Сид, это произошло совершенно случайно. Как чемодан оказался у меня из вашего офиса, из вашего кабинета? Как бы вам так сказать, я не могу сказать. Я просто шел мимо и случайно споткнулся, об него упал, увидел, думаю, что это тут у вас чемодан валяется возле вашего кабинета, и решил, что лучше возьму его с собой, чтобы он не валялся, и чтобы, мало ли, вдруг вы выйдете из кабинета и тоже споткнетесь об него. Я, кажется, убедился. Мистер Сид, давайте не надо. Может, не будем? Да, конечно, чемодан я возвращаю. Мистер Сид, пожалуйста. Королита. А чё ты так смотришь на меня? Как будто испугался. А что ты в наушниках, а? Музыку слушал тут, да? Музыку слушал, значит. Понятно. Телефон сбросился к заводским настройкам. Ай-яй-яй-яй-яй. Бывает. Конечно, так бывает. Бывает такое. Так, что, Карлита? Я хотел бы спросить все же у тебя. Кто такой Стоун? Что это за мистер? Мистер Стоун. И почему это ты ему звонишь? А? Что ты ему рассказал, Карлита? Я знаю тебя всего неделю, но за эту неделю мои ребята присматривали за тобой. Да. Да, Карлита. А ты и не заметил, да? Что ж. Ты спички любишь? Нет? А я очень люблю спички.
Знаешь, за что меня прозвали спичкой Сидом? Нет? Не знаешь? Да я просто работал на заводе по производству спичек Балабан. Да, Балабановский спичковый завод, видишь. Хорошие спички, кстати, делают. Да. А потом перестали зарплату платить, я пошел в мафию, как бы это самое, поэтому меня назвали спичкой Сида. А ты думал, что из-за того, что людей спичками мучают, да? Что я спички вставляю под ногти, да? Нет, 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 что-то не. Это потом уже после. А до этого меня спичкой Сидом назвали, да? Из-за того, что я работал на заводе по производству спичек. Классная штука, спички. Очень классно. Ты знаешь. Они могут и согреть, если тебе холодно, их можно зажечь, да? Вот, они могут и помочь, если вдруг тебя застрял в зубах кусочек мяса. Вот, и просто есть чем, так скажем, занять зубы. Карлита, так ты говоришь, что ты не знаешь, откуда у тебя появился этот кейс, да? Ты не видел, Карлита, что там написано SMR Box, да? Не видел. Понятно. А у тебя татуировка отклеилась. Да. Что ж, Карлита, придется мне немножечко с тобой поработать. Придется нам с тобой задержаться на работе сегодня допоздна. Да? Как ты относишься к пыткам? Надеюсь, что хорошо. Потому что у меня, Карлита, для тебя сегодня небольшой сюрприз. Некоторые триггеры, с помощью которых я узнаю, на кого ты работаешь на самом деле. Не нужно заливать мне, что ты бандит. Не надо. Я все прекрасно знаю. Я знаю, что ты актер. Ведь мы с Джонни очень любим кино и ходим в театр. Я видел тебя. Да. Когда я принимал тебя на работу, мне было очень интересно, зачем ты решил внедриться в нашу банду. Это мы сейчас и узнаем. Сейчас, Карлита, я замурашу тебя до смерти. Умолять меня остановиться и расскажешь, на кого ты работаешь и кто такой мистер Стоун. Или я не спичка Сид. Кусочек моего пирога из холодильника, а? Я знаю, что это был ты. У тебя крошки на плечах. Ты ж как надо было есть пирог, чтобы остались крошки на плечах, Карлита. А вообще, это надо настолько обнаглеть, чтобы съесть пирог собственного босса. Пока ты не съел пирог, я тебя ни в чем не подозревал, Карлита. Скупил сметанник. Это не происходит.
профессионал. Так это не действует. Мистер Бокс сказал, что определенно что-то должно подействовать, значит, это так и будет.
Джон Стоун. Где-то я слышал уже это имя. Это же, черт, это же детектив. Какого лешего детективу нужно от нас? Он копает под мафию. Что ты знаешь? Что? Какое задание он тебе дал? Что тебе нужно было разузнать? Тебе нужно было разузнать все о триггерах. Кто такой Эсмер Бокс? Что ты узнал? Что ты сказал ему? Ты не успел открыть кейс. Хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Что мне делать с тобой, Карлита? Что мне с тобой сделать? Понимаешь, я очень добрый человек, но... Я не могу оставить тебя здесь, иначе ты будешь вынюхивать, разнюхивать, и в конце сожрёшь, в конце концов, все сладкое у нас. А это неправильно, Карлита. Пойми, я очень уважаю актеров, но ты знаешь, мы с тобой, наверное, прокатимся до одного небольшого озерца. Я покажу тебе там прекрасные виды. Ты посмотришь, и, поверь мне, тебе понравится. Ты захочешь там остаться. Что? Почему ты решил, что я хочу тебя утопить? У меня там бабушка живет. У нее там дача, красивое озеро, рыбалка. Все дела. Я просто оставлю тебя у бабули Карлита. Да, у нее есть автомат Томпсона. Да, она не подарок, но ей нужно, чтобы кто-то вспахивал ей огород. А сейчас как раз сезон посадки картофеля. Поэтому я думаю, что ты с удовольствием поработаешь на мою бабулю. Тем более, где-то там работает Джонни. Познакомишься с ним. Чем-то вы очень похожи с ним. Такие же долба... такие же замечательные ребята. Что ж, Карлита... Машина уже подана. Собирайся. Конечно, тебе нельзя будет пользоваться никакой связью. Твой телефон останется у меня. Также на бумажке ты мне выпишешь все контактные данные этого детектива. Явки, пароли. А это я возьму на себя. Теперь ты вышел из игры. Ты свободен, Карлита. Передавай бабулечке привет. Да, мистер Бокс. Нет, все в порядке. Извините, что побеспокоил. Я отвлекаю вас. Что? Видео записывайте. Это прекрасно. Видел ваше предыдущее видео. Вполне отличное получилось. Да, да. Угу. А вот это вот с нарезкой мыла мне что-то не зашло. Не важно, я не об этом. Да. Мистер Бокс, вынужден предупредить вас... Вас разыскивает некий мистер Джон Стоун. Это местный детектив. Я не знаю, что ему нужно. А я могу убрать его, если вы хотите. Что? Нет, никакого насилия. Мистер Бокс, ну мы же мафия, в конце концов. А, АСМР мафия. Понял, хорошо. Хорошо, что мне предпринять? Угу, понял. Хорошо. Пока ничего не буду предпринимать, не будет никаких действий с нашей стороны. Я вас понял, мистер Бокс. Нет, 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 его человек не пострадал. Я отправил его кормить рыбок в пруду. А, нет, нет, это я фигурально, конечно, вы же понимаете. Да-да. Карасики там всякие, окуньки. Да, там корм есть. Бабуля заготавливает его. Да. Спасибо, мистер Бокс. Жду новые выпуски. Всего вам доброго. Спокойной ночи. Да, до свидания. Алло, Ричард. Найди мне Джонни и привези его. У меня есть для него задание. Как это где? У бабули. Кормит рыбок на пруду. Ричард, я сколько раз говорил, мы уже не используем этот метод.
кормит рыбок, значит, кормит рыбок. Никто не убивал Джонни. Ты что, с дуба рухнул? Господи, ребятам передай тоже. Да, да. Все, хочу, чтобы завтра Джонни был в городе. Да, давай. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал. А также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!